Андрюха! Андрюха! Сейчас рыжего заберем нахуй. Рыжика? Ну, заберем. У нас все больше машину никого нахуй не надо. Да? А че? Заебали, блядь, толпиться. Толяныч, давай, давай, потихоньку. Давай, поднимайся, Толян, с колен, нахуй, вставай, блядь. Вот так вот Россия поднялась с колен, блядь, смотрите, отряхнул, нахуй. Друзья, всем привет. Хочу порекомендовать вам канал Виталия Романовского. Отличный канал об открытии продуктового магазина в небольшом поселке. Здесь он рассказывает все подробности ведения этого бизнеса. От списка необходимых документов до подбора персонала. Если хотите увидеть все своими глазами, тогда вам следует подписаться на канал Виталия. Ссылка в описании под этим видео. Ребятушки, всем привет. Я приехал в детский дом. Так, снег у нас, ребят, навалило капец. За два дня, ребят, наверное, метр, наверное, снега упало. Гостиниц. Ребят, спасибо огромное за помощь. Сейчас сегодня 5 градусов мороза. Не знаю, когда весна придет. Только все подтаяло, опять снега накидало. Будь здоров. Сейчас, все. Здравствуйте. Детишкам в гостинице. Пожалуйста. Ладно, до свидания. Все, ребят, поехал. Сейчас еще, ребят, еще один, как вы уже видели, там Андрюха пузо. В больницу увезли его. Поеду, заеду, сбежал, не сбежался, не сбежал, да что-нибудь. Ему там закуплю. Что-нибудь все надо, на сигареты, чаю хоть. Хотя там в больнице кормят, для бомжа это нормально. Но все равно заскочу, посмотрю. Ребяточки, что, приехал в больницу? Пойду сейчас поищу его. Андрюха Махнев. Андрей Махнев, списка, посмотрю здесь, на здесь. Здесь поднимусь. Тут, ребята, не могу его найти. Походу, дела нету его, нахуй. Так, это что? Макеева. Мерзляков, Мельников, Седов, Быков, все это. Седов, Мельников, Быков. Ребят, похоже, а нету, сбежал, блядь. Сейчас подзаеду еще туда бомблюк на речную. Посмотрю, там не там. Так, хуля. Ну нету. Как его искать? Ну, долбоебы. Я сразу же говорил, ребят, что они долбоебы, хуй тут. Как ни крути. Ебать, лежал бы в больнице, хоть нормально отлежался бы. Пожрал, да помылся там, вылечил. Нет, хули, не хотят. Ладно, поедем. Ребяточки, ну что, приехал на речную. Есть, нет, там следы, блядь. А, следы же есть, блядь. Ну, по ходу дела, блядь, съебался нахуй. Ну, хуй долбоёб, нахуй. Хоть такие даже, блядь. Я буду ничего, блядь, делать. Может, брат родной вернуться. Андрюха! Андрюха! Ладно, ребят, поехал за Жекой. Сейчас Жека заберу. Поедем поищем. Танюшка там уже ждет. Сигареты, ребят, купил, блядь. Сигареты дешевые какие-то, блядь, 64 рубля, вот. Дорогие бумажки обходятся на нам. Поеду. Сегодня, ребят, наверное, там красить будем. Пленку в окошко вставим. Надо продолжать ремонт. Хотели к Танюшке ехать, ребят, еще тут Танюшка здесь сейчас живет. Хуй его знает, что там у него какие-то проблемы. Проблемы, нахуй. Ну, короче,
Сейчас все, Жека, может, проедем. Мы поищем, может, брата родного поищем где-нибудь, найдем. В общем, включайся какая-то. Собачка бегает туда. Приехали на металлопрокат, кто-то колясочку не заставил где-то. Бомжики костерчик разводят, наверное, паскудники нам. Жека, кстати, привет. Жека вернулся нам. А вам тоже нет там ножа. Ну, Валентин, не он нихуя не Валентин, блядь. В общем, уже на мотоцикле бессмертный ездит нам. О, блядь, он разворачивался нахуй. Ладно, поедем дальше искать тебя. Решили поискать немножко, хоть кого-нибудь, может, брата найдем, а то все, блядь, рыжик на. Чтобы вы понимали, сколько у нас снега навалило, видите, машина стоит. И вот здесь себя. Либо оно все, ребят, снега нахуярило. Сзади байкер мчится за нами, там, блядь, сюда будет. Не, коляска нету. Сука, я не, блядь, паскудник. Сейчас коляска. Сука, понятно. Ну, чтобы байкер там сигналит, нахуй, обогнать хочет нас, блядь. А, блядь, нахуй. Вот такие ребята у нас. Чумачечи. Ездаки нахуй. Сейчас трубы. Так, что у нас по трубах? На трубах тишина, ребята, блядь. Немножко бузит. Ну, блядь. Минем дальше нахуй. Ребята, Танюшка идет, блядь. Ебать, рыбки застил ты, блядь. Ебаный. Танюшка! Бухущая идет, паскудница. Кому подвижней. Танюшка, блядь. Танюшка пьяненькая идет, блядь. Какая нахуй. Ты почему пьешь? Паскудница. Ты что, 8 марта, что ли? На, Танюшка, тебе зарплата. Павел, тебе. Павлу спасибо скажи. Павел. Спасибо. Танюшка, блядь. Да? Сейчас накрасим. Че, поедем, серьезно, накрасим. Она вот там, Павел, блядь. Не, ну там стену туда. Куда я должна была вообще ехать, а? Стену надо красить же, Таня. Ты че? Стену надо красить, а куда это должно было? Блядь, Танюшка, какая пьяненькая, это что она, блядь, а? А что такая сейчас скром? Вчера, вчера. Сегодня, завтра. Как? Сейчас рыжего заберем нахуй. Рыжика? Ну, заберем. Ну, все, больше в машину никого нахуй не надо. Да? А что? Заебали, блядь, толпиться. Толпой, да, ездит, блядь. Как, сука, на автобусе, блядь. Ноги вот так вот раздвинут, как кто-то поместится-то, блядь. Сука, Танюшка, блядь. Не хватит, Танька, у тебя свежачок, что-то только что пила, что, да? Молодец. А нет, конечно. С утра еще. С утра еще? Конечно. Время-то еще утро, блядь, оно с утра бьет, блядь. Время-то было 8, наверное. Ты начала, да? Ты правильно? У меня сотка была. Пораньше надо начать, нахуй, да? Чтобы попозже закончить, правильно, блядь. Танюшка, блядь. Уже курить хочу. Да, если бы сынки сигаретка и хули, Танюшки, звезде там, блядь, можно Казбека. Доставь Казбека пачку. Можешь себе представить, у меня дочь смотрит. Че, дочь? Смотрит, я? Ну, видишь, хоть маму хоть видишь, я, блядь, делай, Павел Васильевич, делай добро, блядь. Привет ей передай. Привет передавай. Нормально, скажи, пока все. Наладится? Да, скажи, наладится, как. Сейчас скажи, я сейчас с дочерью общаюсь, да? Молодец. Я думала, номер ее родителей. Поменяли? Да, поменяли, думала. Вот, ребята. Ким вчера просто набирала. Вика отвечает. Нормально, что я потерялась. Плохо стало, да? Видите, а что одну пачку-то мне надо много? О, бля! Это директор. Это потом, нахуй. Директору телеканала, блядь. Телеканала ОРТ, блядь, ребята. Мы сейчас куда? Мы сейчас за твоим любовником, рыжиком, пыжиком нахуй. И. Рыжик? Да, сейчас рыжика заберем нахуй. Телеканал бомж, блядь. Ну я только могу рыжика выносить. Чем можешь такой? Рыжика. Рыжика можешь найти. Да. Сейчас, блядь, найдем нахуй. Надо просто потом заехать. Я тебе потом секрет скажу. У-у-у, бля, без камеры? Да. Нихуя себе, блядь. Ёпсы, да. Тань, ты. Какой секрет? Какой? Ну вот такой. Ну потом расскажешь без камеры. Да. То это уже не секрет будет. Это уже. Я без камеры тебе грубо скажу. Ну, блядь, ты какой голос грубый стал, блядь, когда выпитано, блядь. Как пьяненько это, блядь. Ты не сюда сиди в машине, ага. Сиди, посиди. Дай Жене там водочка, она уже. Посиди. Она уже устала, блядь. Ты как так пьешь, блядь? С утра не пьют же, блядь. Весь день на парку. Вот так осталось от двери. Нихуя домой себе. Не попасть. Вот это. Здоровье у тебя нихуя было, блядь. Вот, ребят, понимаете, почему? Да не у меня, да я мужика попросил. Почему, ребята, не поедем к Танюшке? Потому что не можем открыть ее на хату. Да, Танюшка? Да. Так, ребят,
Сейчас пойдем к Рыжику. Ребят, я Рыжику тут гостинцы привез, Павел Васильевич. Сейчас тут, блядь, все ради бомжиков ребята делают, нахуй. Баночки. Жень, держи баночки Рыжику. Так, тут бульдогу носочки. Ладно, Рыжику тоже одну пару дадим носков. Это им пузырек, а то там не останется у них ничего. Ну, пускай закину сразу. Все, идем. Ребят, банки начал, ребят, пиво начал банками пить. И это. И собираю бомжиков, чтобы они не лазили. Хули, подгончик от Павла Васильевича тоже. Вроде мелочь, ребят, а им приятно. Че, они 10 баночек, они выпьют, пойдут, сдадут нахуй. Да. Так что вот так вот, ребят, почему к Танюшке не поехали? У него ключ сломался, и все нахуй. Мы попасть не можем туда. Эй, не поедем туда, сейчас поедем красить нахуй. Так, ну что нам наши дорогие сантехники, блядь. Живы, не живы, блядь. Сантехники. Ну, поди, гномик вернулся, нахуй. Они откапывают, видите, ребята. Жопу он вытрал, выкинул, нахуй, в люк. В трубу, видите. Чик, прям, чик-чик. Ой, блядь, засали, нахуй. Мужики! Рыжий! Воу! Ты один? Нет. С дедом? Да. Вдвоем, что ли? Да. Ну, вылазь, нахуй, паскудник. На, прими пакет. Чтоб с тобой не возили, то потом ничего не останется. Сейчас у нас поедем на 101-й, так. А? Нет, там ноги вперед. Да носки потом там оденет. Ну ты что, блядь, дружи, блядь? Опять трусак, блядь, опять ребята 10 минут будет смотреть, как они вылазят, нахуй, только. То писали там, блядь, нихуя, 15 минут просто смотрим, как они там, блядь, не вылазят, блядь. Я заебался здесь снимать, за вас уже. Ну. Чпокались, суки, наверное. Хули у них воскресенье, они день чпоканье. Кто кого чпокает, непонятно. Видите, ребят. Samsung был телевизор как. Кстати, туда хули вылазит. Ну, видите. Писю-то. Ну это так, наверное, ребята, специально на камеру нахуй. Написали, блядь. Специально, чтобы мы пришли. Ой, блядь, рыжий падла. Блядь, шла 20-я минута, нахуй, мы все еще ждем Жека, блядь. Жек уже 5 сигарет выкурил, нахуй. Они, сука, не вылазят, нихуя, блядь. Заебался. Меня только Паша и снимает, блядь. Ну, блядь, походу дело только Женька, будем что-то. Женька, Женька. Я сейчас плиты у вас, блядь, начну разбирать, нахуй, головой, блядь. Да. Причем вашей же. Угроза, ребята, это угроза, нахуй. С Жекиной стороны. Ну, ребята, видите, гостинчики, там баночки, нахуй. Это Павел Васильевич, блядь, о всех думает, нахуй. Опа, рыжий, рыжий, мебель, мебель никому, присмотрите, оттуда падает, нихуя, ты что там, блядь, кипиш наводишь у тебя дома, пепельницу роняешь, мусоришь, карты не забудь мне подать, на, карты, рыжий, подожди, на, водочку и баночки я вам привез, пустую. Спрячь, чтобы потом, блядь, привезут, чтобы она у вас здесь была, вылазь давай, под. Все, ребята, сова выходит из дома, нахуй. Скажут, как бы Женя забрал. Ну, опять же, рыжий, на тебе еще носки. Давай. Теперь вылазь, нахуй. Ребята, смертельный номер, нахуй. Сука. Рыжик, а-ля, акробатика, нахуй. Сука, он пошел носки делать, нахуй. Опа, дедушка, куточка вылезла. Дед сейчас, ребята, блядь, не остается нахуй без всего. Все, рыжий. Ох, блядь, сука, неужели я потолстел, блядь? Нихуя себе. Тебе опух, наверное. Опух, наверное, там, охуел просто. Так. Первый товарищ сантехник вылазит нахуй. Земля поднялась. Дедушки. Дед лезет нахуй. Дед, наверное, подсвисся, блядь. Че, гномик, ты не вернулся? Нет. О, блядь, даже дед, блядь, слышит. Все нахуй. Ему похуй, сейчас рука нахуй. Нихуя. Ты кому торты допоёшь? Вон этим охломаном уйдём. На 101-й? Ну, блядь. Так, смотрите, второй сантехник вылазит нахуй. Ебать, так они все помолодели, побрились нахуй. Вы что, ебанулись? Где побрились-то, блядь? Блядь, там нихуя не дед уже, блядь. Рыжий какой, блядь. Мы здесь джакузи устроим ещё.
блядь. А у нас же лето было, они на речку пилили, блядь. Да, у нас сейчас зима. О, блядь, да не дед нихуя, ты кого брел-то, блядь, там? Нихуя себе, блядь. А, блядь. Здорово, мужик. Здорово, здорово. Да ты уже не дед, нахуй, ты уже молодой пацан, блядь. Все, блядь. Толяныч, давай, давай, потихоньку. Давай, поднимайся, Толян, с колен, нахуй, вставай, блядь. Вот так вот Россия поднялась с колен, блядь, смотрите, отряхнул, нахуй. Кроссы, блядь, мокрые. Мокрые кроссы. Толян, как дела? Нихуя, Толян, блядь, я не узнать, блядь. Вы что, перед съемком готовитесь, паскудники, нахуй? Не будет, сейчас кричат, блядь. Хули не узнать-то? Не надо. Не надо. Да? Не пизди, нахуй. А, блядь, рыжик-пыжик, нахуй. Брить пришлось. На, рыжик, вам денежку, блядь. Куда деньги приберите нахуй, там водки вам положил. Поехали, да, сейчас. Там Танька будет красить, Танька в машине сидит, вас ждет нахуй. Да. Блять. Нихуя, блядь, стрижен, они сейчас охуеет, Танька отпихнет. Танька сейчас лакомкой угостит, нахуй. Где-то торты купили, блядь. Все к съемка. Ну вообще нахуй. Ребятушки, Павел Васильевич разыгрывает торты. Пишите, кто хочет торта. Хочу торта. А? От Вовки. И с дедом, блядь, с молодым, нахуй, дедом. Ребят, сейчас придется чай пить, нахуй. Сейчас водку выливать буду. Вовка говорит, выливай водку, нахуй, покупай нам чаю. И все. У них даже кофе есть, блядь. Ебать, блядь. Рыжий, ты вот зачем на камеру так себя ведешь, блядь? Люди скажут, Пашка опять актеров нанял, нахуй. Из Голливуда, блядь. Какие это бомжи, блядь. Это актеры из Голливуда, нахуй. Танька нам, походу, делала. Сидит потихонечку. Че, в багажник вам? А я не шо, пусть там еду. Давай. Все, нахуй. Танька пьяная, так что аккуратно, нахуй. Можешь приставать, нахуй, деду. Деду за яичко можешь щупать, нет. Смотри, я тебе говорю, она Танька пьяная, нахуй. Все, тин-тин-тин, тин-тин-тин. Нихуя ты тут встреча, нахуй. Звезды, блядь. Это первый звезды. Раз. Первый раз в году. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дед охуел аж, блядь. А вы там что, вы тоже? Ну. Все, сбрили. Все. Лето началось, когда? Все, нахуй. Блядство началось, нахуй. Блядство, нахуй. Все, поехали. Запахло весной, нахуй. Все, блинуны, поехали на чаепитие, нахуй. Рыжий. Женька ревнует, нахуй, на 15 минут. Танька, ты заебал, блядь. Ну, что ты, блядь? Что? Мне так не дает, блядь, поцеловать. Ну, за жопу пощупать не дает, блядь. О, блядь, Танька, нахуй, какая разратница. Ладно, ребята, поехали за краской, нахуй. Ну, никто не ожидал, я ждала, да ладно, пилась. Танька, пьяная, ты любви захотелось, Танька, нахуй. Ожиданиям, кажется, приходит конец. Ну, ты же тоже не конкретно трезвый. А сегодня трезвый, еще побрит и... Охуеть. Ах, блядь, целует его, целует. Я же это... Блядь. Так это единственный, в принципе, кто дед, ты охуеть. Дед в шоке, блядь. Надо выпить, надо выпить. За это надо выпить, нахуй, да? Надо, выпить. Вот такая, ребята. А где? Жигу нет, бутылка, нет? Чудо, нет? Ну, сегодня так получилось просто. Так что, рыжий, ну вот и на работе. Нормально, нормально. Нет, это такое нормально, больше не делай. Как не делать? Ты сейчас получишь, нахуй, деда, блядь. Лупоглазый, рыжий. Ага. Вот я вчера... Деда, ты неделю сейчас пять бульдога увидишь, пять драться кинешься. А где бульдог-то взял? Да пошел он нахуй. Почему? Чего ты его? Чего ты его? Завелся опять, с нового толчка. Молодец, дед. Молодец, заводной давай. Дед. Заводной дед погонял у него. Лекарство купи. И мне, и, блядь, и... Мне не надо. Хули, ребята, видите, они сейчас злые. Гномик из пенсии кинул, нахуй. Да пошел он, нахуй. Ребята, фирменная деда... Да пошел он, нахуй. Вот и нахуй. Думаешь? Тут нахалкалось. А может, он к бульдогу переехал? Я потом, я тебе сказала, без скажу. Сейчас, закона.
Я как бы хожу за краской, за пленкой. О, блядь! О, блядь, аки нахуй, секс, блядь. Секс, секс, как это мило. Шек. Женька же, блядь, смотрите, ревнует. Курит нервы в сторонке, блядь. После таких, хоть сам, говорит, зад запрыгивает к ним, блядь. Юрий, блядь. Знаешь, что я забыла номер зайку? Меня же заблокировали. Кого? Помнишь, кому я на работу прилетела? Открою. Ты, может, просто... Денис, что? Я не забыл. Денис, спасибо. Казбека курите сегодня? Меня заблокировали, представляешь, я ни Бенни, мы ни Кукареху. А, зачем? А деньги-то остались, вот. Я пошла курить. А что, Виктор Юрьевич тебе звонит, нет? Пропущенный был. Что, не перезвонила даже? Казбек. Ну, я утром встала. Давай закуривай, Я не слышал. Давай закурю Казбек. Сейчас, ребята, блядь, Павел Васильевич купит краски, пленки и продолжим ремонт, нахуй. Какой ремонт? Какой ремонт? Ну, Павел Васильевич будет ремонтировать. А то люди говорят, хули я вас пою, пою просто так, блядь, а вы нихуя не делаете. Давай, говорит, Паха, да. Деда на лесоповал, нахуй. Рыжего Таньку на панель, нахуй. Нихрена распределение. А рыжего, пусть знает, куда его. Таньке бы было 18 лет, пошла бы на панель, блядь. Да похуй, у нас извращенцев много, Танька, которые, блядь, из Таньки. За ракет, блядь, ага, на панель пошла, блядь. Да похуй, что ты, блядь, там пенсионеров что-то хуя хули. Нет. Которые извращенцы нас, а нас. Писька не стыдно полезать, нахуй. Есть такие извращенцы, ладно, все, не слушайте, без камеры, я пошел быстрее, я сейчас. Журнал. А пармуха голимая. Пармуха. Учё там, учё там, блядь, они видишь, охуели, насмотрели, блядь. Деда стоит такой, Вован, смотри. Нихуя, да, дед. Видишь, как он непростой. Деда даже рот вот, блядь. Бля, ребят, ладно, пошел, куплю им краски сейчас. Дядушки, уже купил краски, блядь, возможно, в цвет не попаду. Гвоздочки, пленку, сейчас будем снимать у них там картон, там, окна оббивать, отстончик. Пожиже разведем, как некоторые там писали. Посмотрим, что там уже, наверное, блядь, пойти. Живы не живы, сидят, блядь, карлы курят, блядь, в машине там, нахуй. Вот паскудники, нахуй. Вот покуривают, нахуй. Вот что творят, нахуй. Дед, блядь, который молодой сидит, блядь. Это дед, блядь. Да не надо, я в багажничку беру. Как у вас дела? Танька, ты что, никого не отрахала, блядь? Кого? Танька, никого не отрахала хоть? Да нет, пока. Дед, блядь. Сейчас уберу тогда. Я там, рыжий, блядь, говорит, Танюшку, говорит, ебать буду сегодня, говорит, пьяную, нахуй. Сейчас, говорит, ее напоим, нахуй. Займемся любовью, говорит, с Танюшкой, нахуй. Платонической? Раком, боком и с подскоком. Ох, блядь, дед охуел. Раком, боком и с подскоком, нахуй. Да пошла ты нахуй, скажи. Не, со своим раком, боком и подскоком, нахуй. Ну-ка так и так осили, да? Ладно, блядь, едем. Я по-всякому. Тогда ничего не надо творить. Нет, нет. Вальтом я тоже умею. О, вальтом. 59 поза, блядь, я что-то умею. О, рыжий, ты любит 59? 66, блядь. Рыжий, а что такое 59? Ну-ка расскажи позу 59. А там, короче, это... Ты же рассказывал, ну-ка еще расскажи. Короче, это... Показывай. Надо показывать, блядь. Да. Таньке потом покажу. Таньке так, блядь, сегодня нахуй пьяненькая так. Рыжий с дедом насмотрели журнальчик. Сейчас еще попоедем. Да вот, потом. Ну все, ребята, что, бригада едет на ремонт нахуй. На стопик нахуй. О, блядь, пушки, видите, дед, блядь, пострелял бы по ним нахуй. Эти пушки, это металлолом. О, блядь. Представляешь, сколько можно бухать? Бухать? Бухать можно хоть сколько. Ага, мы и так с тобой неделю ебашили. Где вы ебашили? Снег убирали? Ой, скоро лучше. А, бункер ебашили, блядь. Рыжий, ты ходил, нет, титан-то, блядь? Ходил. Ходил? Заработал денег, там все нахуй. Хули, ребята, у нас снег для нас проблема, для Рыжего работа нахуй. Да, Рыжий? Когда снега дохуя падает, рыжий, блядь, недели нахуй. Все, он, блядь, при деньгах нахуй. Ах, там уже это, Славян уже в путях, он даже это не говорит ничего. Даже знать, что я приду. А я говорю, что? Рыжий из дома в окошко выглянул,
Снег идет, все, рыжий, так на работу собирайся. Да. Вова, может, чаю тебе горячего? Я говорю, нафиг, мне нужен этот чай горячий, воды мне холодная, с бодага. Ладно, все, я говорю, понял. С маленькой улетел. А у него там женщина, ну, заведующая, она уже это ничего не говорит. Значит, если я появился, все нормально. Снега не будет. Лопаты поехал, вот только. Снега уже не будет. Мы едем уже. Так, дама, напротив второй заплатил, где там-то магазин. Ты видел там какая лежневка небольшая? Всю ее выгреб, еще с той стороны магазина. Подкрепка все, все. А че, куда денешься? Хули, родственник. Деньги платят, хули, куда деваться? Почему, блядь, когда я захожу, блядь, ты никакой? А теперь наоборот, блядь. Я вам расскажу нахуй. Все, Танька строит рыжего, рыжий и как мальчик, блядь. Так у меня единственный раз так получилось, да. Мы мутричкалика выпили. Все. Я думала, высплюсь еще, бах, звонок. Ребятушки, ставьте плюсики, кто хочет увидеть, как Танюшка напьется сегодня. Как ее бы мы там всей бригадой, блядь, всей чели нахуй, да, Танюшка? Шпили. Даже дед говорит. Даже дед говорит, согласен нахуй. Нет. Почему? Нет. Почему? Нет. Да пошла она нахуй! Нет. Он мне не говорит нахуй. Я говорю, нет. Да. Дед против секса, да, дед? Нахуй я в любое время пойду. Да, дед? Ты против секса, да? Против. Все. Давай. Дед, говорит, не занимается сексом и вам не советует нахуй. А кто не поменялся бы, а мы с тобой всегда рядом, да? Танька, блядь, как, блядь, три метеорка рыжая. Все, счастливый помрет, блядь, журнал будет порнуха смотреть, блядь. Пока я уже все. Ты уже все, что ты такой? Да. Так о чем мы сейчас Танька-то, Марина молодая, это может сейчас возбудит нахуй. Попробуем давай. Ну давай. Да пошла она нахуй, правильно, блядь. Я нахуй не пойду. А я тебе. Я тебе поебал сейчас дамку тебе сказал, да. Как, блядь? Вот я его знаю-то, блин, уже. Вот ты меня знаешь. И всегда мы только вместе были. Это как значит пацан. Рыжий такой мальчик сидит, а, блядь, Танюшка его прижала. Как этого птенчика, блядь. Все, Танька сейчас. Она сначала гномиком, ребята, поссорила их. Сейчас рыжего сделал. Нафиг это. Нафиг, видите? Я не ссорила. А сейчас, он меня сам пробовал. Сейчас рыжика с дедом хочет нахуй поссорить. Нет. Я нет. Старый не будет. Зачем мучить? А? Зачем мучить? Вот себя? Сколько мы знакомы? Кто-то с кем-то ее вот рассорила. Я всегда с ним. Старый борозды же не портит, блядь. Скажи, глубоко все, не берет. Пахает. Все, вот пахал нахуй. Пахал. Не, у меня нормально. Глубоко не берет. Да хуй. Вот такие дела. Седьмой десяток не башни. Не, а так классно. Просто, ну ладно, ты не можешь. А вообще охота так-то где-то? Так охота, что мучить-то? Себя и ее мучить. А что мучить-то? Ей может нравиться такое мучение. Что, Таньке? Мне? Ну. Что? Платонической любовью будет заниматься. Рыжий, блядь, платоник. У нас платоническая будет, да. Сука, рыжий. Деда быстро. За руку подержались. Вот, все, приехали. Кончил-то. Рыжий, нихуя деда определил сразу. В платонику нахуй. Деда уже сегодня выпила, блядь. Куда меня нахуй? Да я на ее, блядь, до сих пор. А похуй, что ты, блядь, хоть так титки пощупаешь, Таньки. Да ну и что? Я ее раздрочу, а. А рыжий там доделает. Меня раздрочить, да хуя дело. А рыжий доделает, да и все, хули ты. Дед. Какой любовь? Смотри, короче, дед, ты ее, короче, драконишь нахуй. Она уже все хочет нахуй, а рыжий потом вступает в дело нахуй. Ничего себе! Нормально же я придумал нахуй. Крутой. Все, дед будет раздракончик называть его бум. Драконище нахуй. Таньку лохматку нахуй, с драконит нахуй. А рыжий там. Нет лохматки. Нет лохматки, а лысенькая? Нет, да, все, она всегда все.
О, блядь! Тем более рыжим еще проще будет, нахуй. Лысый. Блядь, не надо в лесу дремучим. Да. Щель, блядь. А там не забудешься, нахуй. А рыжий как раз любит 59-66, нахуй. Пацаны, короче, мне, а мне что-то лет 14 были. Да. Привели меня. Ребята, ну что там у извращенцев? Защевелился кого? Ставьте плюсики. После таких разговоров. Я, короче, захожу в хату. Стоит фляга с ковшиком. Посреди. Посреди комнаты. Никого нету. Смотрю, со второй комнаты. Бабушка выходит, представляешь, у нее взрыв макаронного завода, весь салат, короче, на голове, волосы дыбом, она пухая в умах. Я говорю, пацаны, вы что, куда меня привели-то? Вова, сейчас браку будем пить, а не да ты уже. Я говорю, ну давай, ковшик, я уже не обращал на прическу на ее, то, что она в салате. Ну что? Вот так волосы дыбом. Ну что, выебал, нет ее? Я чую ее бросился. У меня девки молодые были. Ах ты, бля. Ах ты, бля, нахуй. Таньки ревнуют, нахуй. Надо я, раз, пошел. Поебли, что тресил, блядь. На, лопатой нахуй. Пошел, нахуй. Тресил, блядь. Ну, я знаю. Че скажи, хуел, блядь. Напротив, где тебя Ташка там. А у нее, короче, 6 братьев, представляешь? Я самый любимый. Я курю. Да, Рыжик? Я вот сейчас только... Мы с тобой, вот, кто бы не менялся, а мы с тобой всегда вместе. Фу, блядь, да? Кто там чеснока ел, что ли, кто-то, блядь? Я не ел чеснок. А кто рыгнул там чесноком, блядь? Я же видел. Ты ел чеснок? Нет. Ты ел чеснок? Я тоже нет. Я что, присоединил? Кто-то пизданул, блядь, что ли? Кто-то пирданул, значит, блядь, чесноком нас. Чесноком, блядь. Я, говорит, не пирданул, он чё? Ребята, блядь, Танька, блядь, все, секса хочет, дед, говорит, не верит, нахуй, да? А я, платоническая любовь. Я уже прожил. Я хочу нормальной, нахуй. Секса хочешь, нормально? Скоро будет 70 лет, блядь. Ничего. Дед, давно у тебя желание пропало? Это есть чесотка, да нет? Вот, чесотка. Вот. Этого не хватало, нахуй, блядь. Я имею в виду, блядь, одно. Бляха, муха, блядь. Чёс. Чёс есть? Я говорю, вот как начнётся чёс, ты под любого ляжешь. Я? Да. Миха. Не ври. Я выборочно. Не ври. Знаешь, не ври, блядь. Я бы тебе ври. Давай не будем, ты меня всю жизнь знаешь, что ты, блядь. Я бы тебе сказал, ебать, понимаешь, тебе не нужно этого сейчас говорить. Они сами себя могут это вытворить. Как? Да я знаю. Каким образом? Как выжить? Нет, это не палки, нет, сами не помидоры. Нет, я знаю как. Да, ну, что, тебе что я расскажу? Ну, хорошо, расскажи людям. Не все знают. Нет, надо. Расскажи как. Нет. На парклад. У меня хуй есть, блядь. Не, это хуйня. Это хуйня. Это хуйня? Огурцы нужны? Нет, там похлеще. Морковка, блядь? Нет, там похлеще. Это вообще уже не смешно. Кто за то, что эта серия была сексуальная, ставим лайки. Лайки, плюсики, ребята, блядь. Почему женщина? О, блядь, патруль лес. Почему женщина боится? Потому что я все распрягусь на... Давно не был пустяться. Сразу... Распряги до него, блядь. Там все сразу потекло, блядь. Там все, там уже ее не остановить. Да. Да. А если... В одном ты прав. А если задница не повернулся, берегись там. Злости, а я задница поворачиваюсь. Злости будет. Мама. Жека, шоки нахуй после них разговора. Она тебя разорвет. Хоть стресс сейчас скидывай. Она уже как холодно-душно. Это сегодня пиздец. Что творишь-то вообще? Ты паша, половина того. Ну такие вульгарные, блядь. Вообще ёбарь. Так, ладно, хуйня, надо тему сменить. А. Это ты о вульгарности говоришь. А не о любви, о сексе. Секс это красота, да? Да, ну. Рыжий умеет красиво сексом заниматься, да, Рыжий? Покажи свой. Нормально. Свой палец ёбарь террорист. Вы так много пьете? Что я умею? Давай где пробки. Он пьяный уже. Кто? Ты. Дед, ты чё? Пошла ты нахуй! Сейчас меня пожрёт, а? Куда? Я не матерюсь, держи.
А, бля, ну это сейчас еще погоди. Я посылаю, держится это нахуй. Надолго. Я даже. А пробочка вот она. Я даже это не деру. Ты просто морально всех убиваешь, нахуй, да, Ед? Я сейчас зайду купим всех. Пошла нахуй. Пошла нахуй и все. Меня знаешь, ты можешь послать нахуй? Это ну, я не могу. Дорос, блядь, еще. Причем красиво можешь послать, да? Да. Все даже не обидно. Культурно, даже не обидно будет. Все нахуй. Не просто пошла нахуй. Я так красиво скажу, если человек поймет. Пару пачек с собой. Я умею красиво послать нахуй. А я думал, рыжий пилот. Не надо послать нахуй. Нет, пизду нет, посылают, блядь. О, блядь, пизду по рыжике нахуй. Ебать мой хуй, блядь. Да, серьезно, просто так оно есть. О, там черныш или какой-то нахуй. Десятка стоит, ничего, на нее не упало еще, блядь. Да, ребят. У тебя косточков нет? Нет, нихуя, мне ни косточек, блядь. Ничего, пошлите красить нахуй. Ребята, идем, блядь, по краску нахуй. Ох, не закрываю. Рыжий, ты стекольчик сегодня, блядь. Да, рыжий, ты будешь сегодня стекла, блядь. Ну, блядь. Сейчас опять пить будете, заебали вы. Красить-то буду я, блядь. Я поувольняю вас, нахуй. Да, блядь. Нет. По статье, нахуй. Да я-то, блядь, делом занимаюсь, нахуй. Статья не сделаем, блядь. Да. У КВ. Да? Да, ты видишь, что ты молодец. Да. Ты дедущий катай сегодня, закоханьки. Сейчас Русавет запаковает нахуй, ветер дует нахуй, все, ребят, тут машину чтобы не загораживать. Жека, подождите пока, не заходите. Иди сюда, тут надо краски брать. О, рыжий уже, иди это. Сейчас. Блин, собаки лают нахуй, рыжик воет нахуй. Так, ты это вот тут оставь, это потом выпить. Я им сейчас пузырь вернем. Так, нахуй. Держи это сейчас туда. Так, держи пленку нахуй. Торты. Танька, дед! Че там стали, как мертвые нахуй, блядь. Мертвые. О, рыжий, тебе вон алюминий потом заберешь нахуй. Еще алюминиевый. А, все, с гостиницы. Так, не будет сегодня покрасить, канал встал. Собачки, да ждем, жду. Я хоть сам украсил. Ну, все красят, нахуй, все красят. Да, я знаю, что недоволен, не привез ничего, привезу вам потом.